Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 3, вопрос 1107. Осия, 4 глава, с 4 по 6 стихи. «Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящий со священником, и ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отверну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Разве обличать священников нельзя, если они поступают неправильно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Здесь дается описание состояния перед катастрофой, когда рушатся всякие связи, скрепляющие общество воедино. Обличать можно священников, ибо их сам Бог обличает. Обличали их все пророки и сам Господь более всего. Если бы сейчас выписать из Библии все, что говорится о священниках, то было бы примерно так. 99 раз Бог их укоряет и угрожает им, а один раз говорит неопределенно. И несмотря на это, табель о рангах не позволял запросто разговаривать со священником. К нему должно быть особое благоговейное отношение. Даже по отношению просто к старшему этикет предусматривал скромность, потупленный взор. Сирахова 7.14. «Пред собранием старших не многословь, и не повторяй слова в прошении твоем». Сирахов 7.33. «Бойся Господа и почитай священника, и давай ему часть, как заповедано тебе». Сирахова 32.9. «Говори, юноша, если нужно тебе, едва слово два, когда будешь спрошен». Почтение к священнику выражалось в первую очередь в отдании десятины каждым израильтянином. Субординация не позволяла рядовому обличать офицера, рабу дворянина, мирянину священника. Но когда двери уже были сорваны бурей революции, наводнения войной, стоящей при дверях, тогда искали виновных, и священники получали от молчаливой массы сполна, до краев, под завязку, мерою полную, нагнетенную. И дается причина этому. Народ, как бы очнувшись, понимает, священники нас не учили, и вот мы теперь гибнем вместе со священниками за то, что они нас не учили ведению закона Божия. Иеремия 5.31. «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Что же вы будете делать после всего этого? Иеремия 6.13. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо». Иеремия 23.11. «Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь». Иеремия 14.18. «Выхожу я на поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истоевающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно».